Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Спиннер Времени. Да-да, это именно Спиннер Времени. Мы ж так и решили его назвать, да? Будет Спиннер Времени. Большое местечко. Стоять, у нихера себе женщина. Паристиан. Хотя нет. Выглядит женщина. Паристал. Может, кристалл? Ну, давайте, кристалл. Возможно. Блин, мне вот это... Фигня, рели, то что, блин, мы нашли ключи, я мог там в некоторых местах все поюзать. Но... Не свезло, и меня телепортнуло. Ладненько, тогда будем сделаем так. Делаем все, делаем так. Нужно... А хотя, ну я мог, блин, ливнуть. Так, у меня варианты. Либо наверх, либо прямой. О, интерактивная это. Коробочка. Так, орбы. Синие орбы. Браслетик один. Фамильяр. Юзаемые предметы, бла-бла-бла. Ой, стоите, а боссы тоже, да, там у меня, типа, в журнале? Нет, или да? Ну? Да, вот кошак. Это получается 1, 2, 65, всего 80. Ну, что вам сказать, 15 боссов, нормально. Ну, погнали. Погнали дальше. О, мне какой-то этот повысили. Greenwood Forest. Цветущий лес. Level up. Это на крышу, да, я куда-то иду? Ну, я уровень, заметьте, повысил свои атаки. Надеюсь, это я не просто по прямой иду. Я хил нашел. Все-таки не тупо по прямой. Ох ты жопа, а только он еще эти создает. Мелких дружков своих. Я думаю, пыльца это отравленная. Да, меня отравили. Ладно, короче, давайте вернемся обратно. Пойдем в ту сторону. Молодь, меня все еще травят. Черт! Ну нафиг! Не, вот это они, конечно, жесткие. Так, где там Севин комната была? Так, запомнить, бабочек убивать в первую очередь. Убьют, ты даже не заметишь. Ага, Лейкс Айрон, либо в Кипер. Кристалл. Ну, блин, в пещеры пойти, либо пойти туда. Пойдем сидеть сюда. Ладно. Плюс мы уже знаем, что с этой стороны. Плюс этих поубиваем. Только нужно не забывать про... бабочек.
О, что-то дали. Еще дали. Шейвер. Это просто опасно. Это опасно. А я травиться не хочу. Ну вас нафиг. Отравишься и сдохнешь. Лучше переждать. Ох. Ну вот, инфекцию зацепил. Класс. Блин. А мне-то нужно было ее заюзать, чтоб она это... А, ладно. Чтобы я мог на нее залезть. Не пипец она рели травит. Зачем такого сильного врага делать? А, не, я так на нее забраться не могу. Ну нафиг тогда. Мне тогда пока что туда не попасть. Я думал, знаете, типа с помощью замедления времени. Левелап, все, можно отсюда нахер идти. Я левелап сделал. Что-то дает еда, типа. Типа еды. Ладно, тогда сейвимся. 224 хпшки. Идем тогда в эту сторону. Немного наносит. Готово. Летучие мыши. А, вот это... Вот! Противоядие. О, дракончик атакует теперь. Так, здесь меня нашли. Ага, я под воду пока что плыть не могу. Хорошо. Так, экспа. Так. Антидот еще какой-то. Первым это было противоядие, здесь антидот. Вот от этих я могу получить лекарство. Бабочки. И главное то, что я задамажился от них, мне тоже наносит довольно сильный урон. Пипец. Раз, два, и ты сдох. Ага, теперь нам кристалл имеется. Блин. Давайте, ладно, спрыгнем вниз, я посмотрю, что там. Так, пещера. Просто пещера. Значит, сделаем вот как. Я просто бегу обратно, спускаемся вниз.
Это меня атаковать не успевает. А дракончик уже огнем не дышит. А. Так я же сундук этот тоже открывал. Там манати вы наносите. Нет, дышит огнем все-таки. А, так и я им тоже сразу наношу урон. Левел ап. Левел ап, куда-то спуск. Ой, урон увеличился. Таинственный проход. Ай. Блин. Вот это плохо. Он довольно далеко прыгает. Этот слизень. Неужели здесь нужно дэш юзать? Ух ты ж, ё-моё. У меня шарики пропали. Начнем с того, что у меня пропали... Да, мне душу забрали, манать. Оха. Эй, у меня что, типа... Полностью карту, типа, очистили? Пипец. Окей, я вас понял. Я вас понял, ребята. Они быстрее меня летят. Летают они быстрее меня. Блин, ну тогда левел ап нужно прокачивать. Так, сверху там страница, бла-бла-бла-бла-бла, и цветок. Погнали вниз тогда сразу. Если я по низу уже пошел, давайте уже вниз. Ай. Ай-яй, мы идем к слизням, если что. Если вдруг кто-то не понял. Мы идем к слизнякам. Да-да-да-да-да. А, так я могу, подождите. Да, я могу просто наклониться, да и все. Хорошо. Тогда буду юзать тактику наклонения. Левел ап. Что-то дали.
Да ё-моё! Фиг пойми, куда идти. Воу-воу-воу-воу! Класс. А, я ее есть не могу, классный. А, при отравлении я еще и оружие не имею. Антидот у меня только один. Писон. Юлит. Ну один антидот только. Нет. А, так у меня просто сняли орбы. Чё? Меня всё чисто поснимало. Какая ж ты педрила, слушай. Фамильяр тупой. Он просто взял мне из-за урона нес. Тупой фамильяр. Вот кто тебя просил травить гриб? Отравили меня. Сейчас еще и сдохну. Воу! Что, издеваетесь? Ну вас нафиг. С вашими русалками этими. Делать мне нечего, драться. Ой, кто это ты? Блин, ладно. Ромеда какой-то. Ух, нас вернули обратно. Ничего себе. Только я потратил до хера хилок. Торговец? Если да, они вещи. Я... Так уж и быть, куплю у тебя их. Нет. Дай мне сраных бинтов. Да хера текста лишнего! О, ух ты ж ё! Ух ты ж ё, ух ты ж ё! Блин. Ну, попробуем. Как оно будет на врагах?
Фигня какая. Мы еще с вами ни одного босса не нашли. Ясно, я тап нажал. Так, стоять. Орбы. Так. Добро. Нам типа предлагают заново, да? А сейчас тогда пробежимся. Почему так у меня сундуки постоянно открытые бывают? Так, блин, вниз как-то можно попасть. Я пока не знаю, как попасть туда. Ну нахер. Здесь был камень сохранения. Плюс левел ап. Пипец. Так, стоять. Карта. Там есть спуск вниз, но там, кажется, обычная вода у нас была. Или нет? Кажется, да. Или нет? Так, квест выполнил. Так. Раза достал все-таки. Опыт. Если сейчас тут будет морские эти твари, тогда я отсюда убегаю. Левел ап дракоши. Да, там вода просто. Мэп. Так, у нас еще наверху было место. У нас еще было наверху место. А, тогда возвращаемся. Сохраняемся. И убегаем отсюда. Ну, босса, как я понял, я сегодня не увижу. Сегодня, как я понял, босса я не увижу. Босс, 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 босс. Бем. Бас, бас, бем. Здесь антидоты можно пофармить на самом деле. Пофармить можно антидоты. Пусть они часто выпадают. Правильно, убивает тварь. Ты мне с грибами травил? Теперь будешь их убивать. Так, а вот дальше мы уже не ходили. Кастл. Да я не спускался.
Пойдемте прямо. Ага, там мост. И... И что ты хочешь этим сказать? Как мне пройти дальше, хоть куда-нибудь? Ой, классно. Люблю, когда не объясняют. Ворота закрыты, их нужно как-то опустить. Опустить я пока что не знаю как. Теперь я понял. Когда мы дело провернем. Только понять еще в какой моментик прыгнуть. Давайте максимально. О, отлично. Максимум аура. Значит, это было секретное место. По идее, это должны быть комнаты как перехода, скорее всего. Ну, что-то я нихера не вижу комнаты перехода. Ладно, возвращаемся обратно. Ладно, убью сейчас этот цветок. Так. Мне нужна карта. А, точно, ты же полностью не показывает, черт. Или показывает? Нет, там в основном у нас была вода, да? Он что-то... А, это мой прицел. О, еще противоядие. Спасите он. Под воду я плавать пока не могу, но по идее, если смотреть по карте, я смогу еще и под воду плыть. Мне, короче, блин, сырое мясо. Где мне его греть? Нет, что тут, микроволновки есть. Так, ладно, я вернулся обратно в дом. Нормально. Сохранимся. Я у тебя квест, да, могу уже сдать. Я не знаю. Но это еще вот оно делается, видите? Но мне на огонь не нужен, мне нужен меч. Вот, на, держи. Лечащие травы. Ладно, давайте купим для сферы. Хотя мне на огонь ни хера нет, поэтому нахер нужно. Я не думаю, что огонь такой полезный. Чем вот это мечи мои. Да, они типа медленнее, но... Хотя... Если так посмотреть...
такое. Я просто не понимаю, что мне здесь делать. Может, мне нужно заманить бабочку сюда пониже? Хорошая идея, слушайте. Она мне нравится. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Как мне кажется, это будет довольно сложновато провернуть. Так. Дэш не та, надеюсь. Дракончик, нет. Фамильяр. Извините, придется отдохнуть. Давай сюда. Так, а теперь можно и тебя взять. Ну, пошли. Можно и такой провернуть. Не, ну меч наносит на самом деле побольше, чем вот это. Да. Максимум ХП. Ну, убивать, видишь, допустим, меч убивает с одного. Пожалуйста, дайте мне сейф, если там босс будет. Долина сирен. Довольно настоящая муха. Добро. Допустим. Балдер. Я думал, здесь будет босс. Окей. Мне главное, чтобы сейф был перед боссом. Если сейва не будет перед... О, все, есть сейвик. Вон оно что. Я могу подпаливать. Ах ты ж ё-моё. А теперь мне нужно как-то вернуться в тот мир, где были мы в самом-самом начале. Так, мне еще есть вниз там путь куда.
Большая курица. Большая курятина. Надеюсь, я правильно путь выбрал. Она тебя до хера здесь. Это что, у вас еще тут гнездо? Элементы какие-то. Нет, там сундуки уже все закрыты. Не, ну ладно, лезвие буду юзать против вот этих. Потому что они ваншотятся. Травка. Да, еще получается урон идет от листвы. Зараза. Тупые мухи. Ладно, пускай гудит. Ага. Минус. Планктоны водяные. Наверх, я вижу, нельзя зацепиться. Есть какие-то доски. О, сейф. Алхимическая сумка. Осина. Не знаю, что это делает. Так, нельзя забывать о дефе. Блин, да, урона я много наношу. Ой, не в ту сторону. Убито. Убито, убито, убито. Пойдемте прямо. А, заметьте, это ж... Слушай... Мы в одной и той же локации. Ну, в разных временах. Вау. Ключ пирамида. Кто вы? Что это? Так, ты призвал наш визит, бла-бла-бла-бла-бла. Кажись, да, я теперь могу проходить через... Через ноу. Это она типа думает, да, об этом? Иди, я смогу проходить теперь через врата, да? Бла-бла-бла, много раз... А, дракон тоже болтает? Ё-моё!
Да. И в каком я сейчас времени? Походу, это первое время. Я не уверен. Да, это первый мир. Это прикольно. Теперь я типа могу ходить в те локации, где я был ранее. А я вы придумали. Теперь я хилки могу пофармить. А заметьте, трава тоже пропадала, которую я сжёг заранее. Ты ж ё-моё. Короче, для водяных существ и обычных насекомых можно юзать мечи. Шалдер Орб. Шалдер Орб, Шалдер Орб. Сказать, что игра большая, не очень она большая. Пойдемте, короче, к сейву и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.